Привет, интернет, с вами Илья, и я спешу вас обрадовать, ведь игрушка Battle of Warships наконец-то доступна для Android-устройств. Для тех, кто не в теме, рассказываю, перед нами очень бодрый ультрасовременный онлайн-экшен на кораблях. Игру разработали студия Cube Software, и сейчас уже можно отметить их почерк. Нас ждет также отличная графика, масса кораблей, внутриигровые рейтинги, а также широкие возможности улучшений. В онлайн-битвах может быть максимум до 14 игроков на карте, и они уже будут поделены на две противоположные команды. Задача каждого участника — это, конечно же, максимально атаковать своих врагов и таким образом разбить противников. Само собой, за каждое выступление мы уже получаем игровые баллы, монетки, улучшаем свой рейтинг и таким образом обновляем свою технику. Каждый корабль может быть оснащен определенным типом вооружений, и тут уже каждый выбирает свое строение в зависимости от стиля игры. Я, к слову, сейчас уже стараюсь понять, как здесь более эффективно атаковать врагов, как здесь перемещаться и выбрать свою тактику. Вам тоже советую уже поскорее игрушку скачать, потому что сейчас не очень много игроков, и я думаю, что вы будете одними из первых. На самом деле это дает вам очень крутое преимущество, ведь вы уже сейчас можете прокачать свой аккаунт и таким образом через неделю просто всех здесь нагибать. Игрушка, конечно же, доступна бесплатно, ссылочку я само собой оставляю в описании под обзором, поэтому скачивайте и играйте вместе с нами. Я, конечно же, здесь играю со своим старым ником Игры День, поэтому если вы меня увидите, то это будет реально очень здорово. В общем, рекомендую попробовать. Ну что ж, на этом наш обзор подходит к концу. Я надеюсь, что вы поддержите меня лайком, а также будете принимать участие в нашем голосовании. Ну и с вами был, как всегда, Илья. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.